Всем привет! 28-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 12 января. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть уже на следующий день. Если вы хотите, чтобы между Бараном и Дилан было доверие, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Дилан совершает ошибку, когда в момент ложного обвинения она молчит, вместо того, чтобы отстоять себя. Ее молчание воспринимается как согласие, поэтому гнев Барана возрастает, и он готов ее наказать. Подлый план Хасана даст обратный эффект. Когда Джихану станет лучше, он скажет, что Дилан не причиняла ему вреда, и тогда Баран смягчится и не будет так сильно на нее злиться. Но на Азаде эти слова не подействуют, и она продолжит обижать Дилан. Адырья будет видеть, как Баран поддерживает Дилан, и она придумает новые интриги, чтобы их поссорить. Хасан и Ферат совсем обезумели, и они захотят убить Джихана, но благодаря Дилан у них ничего не получится. А Харун в буквальном смысле бегает за Зюмрюд. Она держится от него подальше, потому что не любит. И видя это, Харун возместит свою злость на Али. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.